Павел Саркисян – человек с большой буквы. Немало он сделал для нашего города, страны и своей семьи. Анапа для Павла Сергеевича – настоящая малая родина. С 2002 года он был председателем Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане. Проявлял себя как умелый руководитель и творческий инициативный человек. Здесь все пропитано духом Паши. Здесь все пропитано делами Паши. Куда ни повернись, вот здесь мы с Пашей, а вот это Паша. А вот если бы Паша... Поэтому для меня он живой в делах, поступках, действиях, а все остальное жизнь покажет. Сегодня уже в нашем городе учрежден Кубок памяти Павла Сергеевича для участников соревнований по армейскому рукопашному бою. И вскоре планируется открыть класс в воскресной школе, где будет выделено место для памяти знаменитого анапчанина. Организация уже вышла с письмом в администрацию города, курорта Анапа, с просьбой увековечить память Павла Сергеевича. Я думаю, как существует сейчас традиция, которую и Павел Сергеевич очень поддерживал, это участие в массовых соревнованиях, посвященных памяти героя России Амелькова, то я допускаю в последующем точно такие же соревнования в честь по боксу, по мотокроссу, в честь памяти Павла Сергеевича Саркисяна.